Всем привет, всем с новым, с наступающим Новым годом 2018-го. С вами Стаскобальт, канал Стаскобальт. Мои поздравления всем танкистам, всем, кто играет, там, игрокам, всем, ну, просто простым людям, подписчикам и так далее. Спасибо, что подписаны на канал. Ставьте лайки, не забывайте. Сейчас вот показываю, как наряжаю елку, да, новогоднюю. Очень просто, я там за два дня, играючи буквально, там это, достиг четвертого уровня, вот видите, там очень просто наряжать, очень просто там эти, зарабатывать все эти игрушки, погремушки. Ну, в прошлом году была просто, у нас был просто эта елка и все, по-моему, там еще что-то было. Теперь 4, теперь дом добавили, там еще столбы и дворик. По-моему, в прошлом году была елка, снеговик, в этом году еще и дом у нас появился. Ну ладно. В общем, короче говоря, ну, очень просто это все делается. Видите, 4 уровень, там атмосфера праздника достигается там какого-то 5 уровня, и вам там дают какие-то супер плюшки. Но это не супер плюшки, это даже не печеньки, это даже не это, ну. Просто, да, там что-то дается, ну, там девушка дается, допустим, из такой супер плюшки, я не знаю. Остальное там, как говорится, ничего такого. Вот видите, появился сейчас регулятор, там, по этому регулятору можно регулировать эти игрушки, уровень игрушек. Как что тут вот, ну, разбиваются игрушки, как бы ставятся, разбиваются по заданию, которое выполняется, да, и... Делается игрушка нужного уровня. Вот для создания, вот видите, не хватает. Вот я сейчас набираю вот дополнительно, ну, там первого уровня, там какого-то второго уровня. Ну, за два там дня я, говорю, играл немного. Четвертого уровня, достиг шестого уровня, там праздничного настроения. Ну, якобы праздничного настроения в танках. Вот онлайн повысился, вот. Ну, это действительно праздник, но, как в прошлом видео говорил, читеров от этого меньше не стало, поэтому от этого сильно игра в хорошую сторону не меняется, вот, все очень печально. Ну, а так, в принципе, да, неплохая акция, неплохая от ВГ, хоть что-то там, хоть что-то получили. Хоть что-то там новое, можно что-то поделать, я не знаю. Вот. Поэтому я говорю, еще раз поздравляю всех с Новым годом. Но по итогу года, ну вроде игра, вроде как бы еще держится, слава тебе, Господи, вроде хоть не до конца она скатывается, да, пока, но не так сильно, не так обидно. В этом видео также по папку там сделаю свой небольшой там реплей, такой хороший. Из всех реплеев, которые, ну, тоже заходил в него, там, в пустыне карта, да, довольно-таки хорошая, вот, мнение, там, других послушал, кто играл в PUBG, и также ко мне приходили, у меня дома тут вот играли, да, сказали, что играл, изменилось к лучшему. Ну, почему, я скажу чуть попозже, да, вообще по онлайн-сектору надо что сказать. Ну, в этом году вышло также... Вот сейчас недавно вышла игра, хвалят ее, там не хвалят, Battlefield, ну не Battlefield, а как Звездные войны эти. Вот, ну не знаю, игра по графике видно, да, хорошая. По геймплею не знаю, что-то какие-то сомнения у меня есть по геймплею, не знаю. Также у нас еще вышла Destiny. Destiny первая, говорят, лучше везде была, так что тоже не советую. Вот. Ну и так, в принципе, ничего больше у нас не выходило, ничего хорошего в этом году, да. По фильмам я говорил в прошлом видео. А вот видите, шестой уровень у меня атмосферы праздника тут. Что-то дают, что у нас тут дают. Дают сногсшибательную скидку и девушку, да. И какие-то, ну, эти детальки, которые продать, вот эти аптеку и
больше с нее толку никакого нету. Так, вот видите, свой аккаунт, мой аккаунт, ни с каких я там аккаунтов играю, только на своих аккаунтах. Ну, еще коллекция украшений это появилась, да, теперь там за это дают как бонус, ну, к прокачке там экипажа, к прокачке, ну, тоже неплохо, тоже неприятно, а потом будет, ну, приятно будет потом какой-то там дополнительный бонус этого. Вот, игрушки, они как бы, ну, копишь, не копишь, они, видите, сохраняются, как бы разбиваешь, они в этом блокноте, я так понял, они сохраняются, это очень хорошо. Так, ну вот теперь по папку, да, что хотелось сказать, вот тут по папку, да, и, ну, в принципе, тоже, да, с читами проблема, читы, они тоже здесь, ну, они платные здесь, читы, но читы чувствуются. Когда, кстати, выходила пустыня, играл я на серверах, там 4 сервера доступны были, американские и еще пара азиатские, ну, 4 сервера европейские, еще там какой-то, играл на американском. А, в принципе, в начале читы они не ощущались, да, и вот сейчас вот они ощущаются. Ну, как говорится, обычно в конце катки всегда вас этот читер убивает какой-нибудь, потому что, скорее всего, читы вот здесь вот и будет как бы даже заметно, потому что сейчас я буду там с горы бежать, он меня с горы убьет, а как он меня с горы увидел, потому что я бежал-то сверху, а он внизу стоял. Вот, поэтому тоже такие вопросы возникают. У меня там есть видео по вообще по этим читам, по автозахватам в папке, да. Вот, поэтому, да, игра, она была бы вообще классная, супер, конечно, тоже, если бы она не страдала вот этой проблемой, читерства, да, и было все в порядке. Не знаю, там какой-то новый античит, чит вышел, вот. Что еще поменялось, да, в хорошую сторону? Теперь жизни стало больше в игре. Теперь там, ну, оружие, да, какое-то поменяли, да, хорошо. Машины поменяли, да, хорошо, там. Это все как бы плюс. Игру чуть-чуть видоизменили. Теперь помещения, они разные. Там заходишь, там, это, заходишь в церковь, заходишь в какой-то завод, заходишь там. Ну, короче говоря, да, что-то поменяли, что-то изменили, что-то к лучшему. Вот, убил я в этой катке 6 человек. Вот, обидно, почти топ я здесь взял. Ну, как бы в нее я сильно не играю, там, ну, там зашел, вот буквально там 2-3 дня там просто заходили, кто-то там другу показывал. Заходили там, заценивали там, как, что, механика. Механика, кстати, тоже чуть-чуть поприятнее стала в этой игре. Вот, ну, как бы, не знаю, сейчас сильно ни в чё, ни это, как говорится, желания что-то никакого нет, ни в это, ни в то играть. Вот, не призываю никого ничего не бросать, это, как бы, это самое. Но, тем не менее, да, вот такие вот изменения, такие вот... у нас в онлайн секторе, да, вот такие дела, ребят. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте. С вами был Стаскобальт, опять же поздравляю всех с новым, с наступающим Новым годом, или уже, если вы смотрите, с наступившим Новым годом. Если какие-то что-то это, оставляйте там комментарии, может быть, отвечу, скорее всего, отвечу. Вот. Вот такие вот дела, вот такие вот у нас события. Вот такой вот у нас онлайн. По каким-то там другим событиям, другое что-то будет выходить, буду говорить. Вот. Вот видите, уже осталось 3 человека. А вот сейчас смотрите, я как бы нахожусь сейчас сверху, ну, там убил я чувака в церкви, у него маскировка, сейчас заберу маскировку, буду пытаться спускаться туда вниз, вот. Но он меня снизу как бы снимет, да, там снизу вообще ничего не видно, но тем не менее... Сейчас вот обратите внимание. Причем у меня там, я не знаю, у меня там, я забронирован буду, я не знаю как. Еще, буду я еще в маскировке бежать. Ну, в общем, короче говоря, вот так вот такая игра. Еще, видите, сколько сидеть приходится. Несмотря на то, что я
до этого 6 человек положил, а тем не менее где-то приходится все равно сидеть, прятаться там в кустах, поэтому как бы она такая вот, знаете, игра там, кто любит посидеть там, кто любит это, поэтому такого уже как бы первый раз такого уже не испытываешь, там вау-вау эффекта, да. Вот, поэтому ну, тем не менее, да, неплохо они это сделали, неплохо всю эту пустыню они сделали. На тестовом сервере это все играется. Сначала вообще не понимаешь, куда заходить, где это вообще пустыня. Потом ты это уже понимаешь, что это какой-то тестовый сервер, блин. И заходишь, играешь. Вот. Вот видите, как бы с таким вооружением, с таким этим, все взял, притарился вроде, ну, как бы пошел, думаю, ну сейчас выбегу, сейчас хоть выстрел там по нему сделаю, но не получилось. Вот, сейчас даже, вот сейчас двое, я и кто-то останется. Ну, такая игра там, да, катки я сделал такие хорошие катки, ну, почти всегда в этом топе попадаю, вот, не знаю, но, опять же говорю, читеры, ребят, так что, в эти онлайн игры я им сильно, как говорится, не доверяю, все эти, короче говоря, все эти рейтинги, все это все туфта. Смотрите, вот сейчас бегу, да, на. Вот он снизу, он меня сразу замечает, начинает по мне стрелять. Знаете? Ну, то есть, как бы, он даже меня, даже краем глазом, да, заметил. Да, такого не может быть, скорее всего, автозахват. И просто начал стрельбу. Причем ни разу не промахнулся он, стреляя. Так что такие дела. Всех с Новым годом, с наступающим. Не расстраивайтесь, думаю. Что-то они делают, что-то не к лучшему, и в танках, и здесь меняют, видите, потому что люди понимают, люди уходят, и они уже что-то меняют, что-то пытаются делать, что-то пытаются удерживать аудиторию. Так что, ребят, такие дела. Будем надеяться на лучшее. В следующем году буду говорить, если что-то поменяется. В каждой игре что-то меняется, что-то улучшается, поэтому говорю. Да, где-то хуже, где-то лучше. Ну, в основном, конечно, становится не очень. Потому что читеры везде. А вот всем всего доброго. Всем с наступающим Новым годом 2018. Всем пока. С вами был Стас Кобальт. Ставьте лайки.